Сегодня состоялось очередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Чтобы попасть на совещание, народным избранникам пришлось предъявить личный QR-код. К нововведению депутаты отнеслись с пониманием, кое-кто продемонстрировал наличие защитной маски. На собрании напомнили, что 8 депутатов досрочно сложили полномочия. Сегодня вакантные мандаты получили Даниил Захаров, Станислав Гордеев, Владимир Терентьев, Елена Васильева, Николай Михайлов. Но, пожалуй, одной из главных тем дня стал вопрос о проведении конкурса на замещение должности сити-менеджера. Напомню, Алексей Ладыков покинул кресло градоначальника 30 сентября. Для организации проведения нового конкурса будет создана комиссия, в которую войдут 12 человек. 6 назначит Чебоксарское городское собрание, вторую половину – глава Чувашской республики. В конкурсной комиссии будут представители 5 партий. Право на участие в конкурсе получат граждане от 18 до 65 лет. Комиссия оценит навыки руководящей работы, знания федеральных и местных законов. Это будет принятие документов с 26 октября по 10 ноября. Все желающие могут подать документы необходимые для участия в этом конкурсе.